Сегодня важный день для всех граждан нашей страны. Сегодня проходят выборы депутатов Государственной Думы и областного собрания депутатов. Я сделала свой выбор на участке Палкинского района. И прошу всех вас очнуться ото сна и выбрать свое будущее для своих детей, для своей страны, для своей родины. Вы понимаете, что следующий шанс будет только через 5 лет. Я надеюсь, что вы сделаете свой выбор не по указке сверху, а по совести и по сердцу, чтобы завтра не было мучительно больно за неправильно проведенный сегодняшний день. Выйдите из дома, проголосуйте за того кандидата, который кажется вам наиболее достойным.